работать. Точно так же вы должны заботиться о своем организме каждый день. Глюкозамин, хондроитин, о суставчиках заботимся. Лимфосад, чтобы вот это все, что у нас есть в экологии, плохое, то, что мы поглощаем, чтобы с нас выводилось. Внутренний душ, это внешний душ. Вот, глазки болят, пожалуйста, лютеин попейте, у нас 3 мегавитал есть с лютеином. Ну, вот каждый день, вот наше здоровье, это каждодневный процесс. Это не процесс, ой, вот мне надо пойти подлечиться. Поэтому вот эти препараты, я говорю вам, если вы хотите восстановить свой патологический очаг, не просто обезболить и на некоторое время заглушить, а если вы хотите, чтобы этой болезни у вас не было, вы должны каждый день заботиться о своем внутреннем мире. Это внешность, а внутренний мир. У нас сейчас модно делать косметологические операции, у нас модно, да, там, татуажи, мы тоже. А вот, девочки, не поверите, как тяжело люди, менталитет в Дагестане отдают деньги за лекарства. И вот приходят, Вот ты в аптеке работаешь, да. Да, две ложки мне, пожалуйста. Да, я всегда говорю, покушайте борщ без хлеба. Или там по-другому. Борщ из одной капусты не варится. Чтобы сварился борщ, нужна и морковка, нужна и капуста, нужен и бурак, нужна и картошка. Вот мы вчера были с Сабиной у Лили Магомедовны. Хирург, врач, может, многие знаете. Мы были с Сабиной, ходили к ней, вот рассказали вот про вас, про эту диагностику, все это. Вот с двух слов.